Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Сейчас покажу, как сделать обычных, из обычных средств, то есть крахмала, йогурта и апельсина, крем-маску для разглаживания морщин, питание кожи витаминами. Для этого нам понадобится йогурт. Вот, небольшое количество йогурта. Наливаем сюда, ну, примерно, ну, чайную ложку. Ну, не буду, просто так налью немного. Ну, где-то чайную ложку. Вот. Йогурта. Потом берем крахмал. Крахмал лучше взять картофельный. В моем случае есть картофельный крахмал. Чайную ложку этого крахмала. Ну, чайной будет мало. Две. Ложка мне маленькая. Две чайных ложки. Ложечка малюсенькая. Когда большая ложка. Так, и сейчас мы перемешаем и добавим немножко сок апельсина. Но можно сразу добавить сок апельсина чуть-чуть. То есть в апельсине есть витамин С, а также фруктоза. Вот. Размешиваем до однородного состояния эту маску для лица. Так, сейчас вот так прибавим. Так вот. Чтобы у нас получилось такое кашеобразное состояние, похоже на крем. Вот, видите, такой крем получается. Он вам будет питать вашу кожу, омолаживать ее, так как здесь в этом йогурте присутствуют кисломолочные продукты. Ну, естественно, в апельсине есть лимонная кислота, ну, а крахмал, картофель нужен как бы для загущения этого крема. Вот она, вот такое кремообразное состояние. Наносим ее на все наше лицо. Вот, на 20 минут. И потом смываем теплой водой. Вот уже готовы. Вот, маска получилась. Подписывайтесь на мой канал, с вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока.